это не просьба, а требование, написал на своей страничке ВКонтакте глава Междуреченска Владимир Чернов. Он напомнил, что руководители предприятий всех форм собственности должны в ежедневном режиме отправлять информацию о работниках, выезжающих за границу в ЕДДС, даже если эта цифра ноль. Так мы поймем, что вы на связи и контролируете обстановку, сказал мэр. И мы с них будем очень жестко спрашивать. Не приведи, ну, Господь, если их человек приедет зараженный откуда-то, а они эту информацию не давали. То есть будем персонально разбираться, ну, даже, наверное, на уровне уже региона с такими людьми.